Приветствую всех, ребят. Наконец пришло время отснять материал по усилителю от фирмы Трио. Это у нас модель К73-00 с буковкой Д. Вот этот вот экземплярчик, ребят. Хотел быстро заснять сегодня три аппарата, не получилось. И вот уже на ночь глядя записываю, потому что звонки. Люди приезжают, смотрят, слушают, покупают, поэтому как-то так вот сумбурно уже ночь, приходится записывать видео. Ну, обещал, поэтому делаю. 76-й год, ребята, на момент производства 78 тысяч йен аппарат, фрезерованный алюминий, толстая лицевая, двойное моно, ребята, сразу скажу, чтобы не затягивать. Транзисторы родные в металле Санкин, 2 на один канал, 2 на другой канал, 4 конденсатора по 10 тысяч микрофарад Эльна. Вскрывать не буду, потому что таких аппаратов у меня было уже очень много. В объявлениях на Авито именно фото этого аппарата непосредственно они сделаны. Я на каждый аппарат делаю отдельные фотографии, я не дублирую. Видео могу иногда поставить другое, но фото в объявлении всегда у меня именно аппарата, который продается непосредственно. Состояние очень хорошее, поэтому сейчас мы включим его, послушаем. 76-й год, вес, ребят, 14,5 килограммов, 75 ватт на 8 Ом, 90 ватт на 6 Ом, 110 ватт на 4 Ома. Подключаете акустику от 4 до 16 Ом, как бы все хорошо, все прекрасно, ничего не шуршит. После профилактики все отлично, все хорошо, ребята, как всегда. Мы послушаем сейчас CD-проигрывателя сначала, после этого я с плеера еще включу другую композицию. Давно не слушали, поэтому давайте сейчас вот CD-шечку включим, послушаем на нем. Ребят, акустика подключенная. Сейчас у нас Виктор и SX7, которые находятся за ними. Бас может чуть-чуть не доходить, но все равно он распространяется хорошо, хотя закрытый ящик, но баса там очень много. Высокие середины, ребята, там все с головой, всего хватает. Не знаю, у кого там на пионерах на 0,12, 0,9, 2,09. SX там вот седьмые, да, не звучат, либо примерно такая модель. Ребят, наверное, аппараты у вас не очень хорошего качества, либо еще что-то, я не знаю почему, но я вам включу, вы просто сами слушайте, просто сами послушайте и делайте выводы. Давайте включим сначала, послушаем CD, слушаем трио К73-00 с буквой D. Ребята, все сейчас в нулях. Тон компенсация, 6 регулировок, они отключены, сейчас тоже на нуле. Сначала все в оригинале, все как есть. Probably me. And I'm the easiest person
never got to know. It was hard for us both, but I'm feeling sure. Some would say I should let you go your way. You only make me cry. But if there's one guy, just one guy, play down his life for you and I. I hate to say it, but it's probably me. К73-00D, который вот так вот у нас звучит с векторами с X7. Ну, так как это у нас все раритет, антиквариат или винтаж, да, как его много называют. Ну, давайте я вам еще покажу, что относится к этим временам 80-х годов. Вы сейчас поймете, о чем я говорю. На стеночке, да, наверное, как раз в 80-х годах эта тема была очень актуальная. Вот такие вот плакаты мы искали и вешали. Ребят, вот кому эта тема интересна, я просто хочу показать. Мне, по крайней мере, это заходит. Может быть, и вам это зайдет. Не знаю как. Это еще не все я развесил. Еще и на другую стену будет то же самое. Ну, плакаты другие, конечно. Вот. Ну, это наша молодость, поэтому никуда мы от этого не денемся, ребят. Это наша тема, что звук, что фильмы, которые только появлялись, да, в 80-х годах. Все интересно было. Качество. Поэтому, ну, о чем можно еще сказать? Ну, вес я сказал, 14,5 килограмм, да. Потребляемая мощность у аппаратика от фирмы Trio, конечно, мы же говорим о аппарате сегодня, от фирмы Trio, 200 ватт потребления.
Вот. Двойное моно, ребят. Состояние очень хорошее, поэтому рекомендую. В ближайшие там месяцы у меня таких аппаратов больше не будет. Именно этой модели. Это я вам предупреждаю, поэтому как бы на данный момент это крайний аппарат. Рекомендую к приобретению. Полностью работоспособный. Давайте сейчас включим другую композицию. Уже не CD плеера, а с плеера переносного. И послушаем. Так. Сигнал. My name is Norman. Lou Norman. Все в нулях. I've been in this business for 15 years. If people have a problem and don't want to talk to the police, they want to talk to me. So this Friday afternoon I got a phone call. Young lady asked me to go downtown. A girl like Mandy Cooper doing at the Lower Manhattan Ocean Club. Looking like a Texan model. I've got a voice like Mahalia Jackson. She don't need to work in slots like this. She got a pair of blue eyes that look green to me. And then she approached me. Boyfriend who was giving her a hard time. I said, listen, honey. We all know you can help yourself. If you want me to work on your case, let's get things straight. And now. Винтаж везде, и в технике, и в плакатах, ну, может быть, и еще в чем-то. Это наша молодость, никуда мы не денемся от этого. Будем слушать, будем вот смотреть вот на такие вещи и вспоминать. Кто-то школу, кто-то первую любовь, кто-то еще какие-то нюансы, выпускные, там, учебу в институтах, наши гулянки по дискотекам. И вообще кураж, который был там в парках, скверах, игра на гитарах, да, и все остальное. Сейчас такого, ребят, уже нету. А мы-то это помним, вспоминаем. Это наша молодость. Вот такие вот мы все. Может быть, нужно думать о будущем, о новых каких-то делах, но все равно оно цепляет. Ребят, ну, на этом, наверное, хорошей ноте я буду заканчивать. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь, ребята. Всем удачи. До новых встреч. Будет много чего интересного. До свидания.